Всем привет, ребят. Поигрался я сегодня в Метро. Честно, игрушка затянула. Кайфовая. Решил вам заснять теперь обзорчик по битве замков. И интересный будет у вас обзор. У вас будет такая вот гарпия, собранная на максимальный дамаг. С пактом. Девятым. 20-й прорыв. Как видите, по 30к, как и у всех героев. Ну, сама по себе гарпия наносит так неплохо урона, плюс замедляет героев. Ну, в общем, посмотрим, что сейчас с этого получится, но довольно-таки неплохой герой для бездоната, тем более такая вот сборка в созвездиях, передача, и на крит она собрана на урон, плюс панчбокс. Плюс грубая сила. Сейчас посмотрим, что у нас с этого получится. Будет ли она шатать? Так, окей. Поехали. Ну, ее, наверное, будут, как и все герои, с плюшки сливать. Вот. Без вариантов просто даже. Давайте так, давайте начнем с подземки сразу. То есть это старенький герой, мы просто тестируем, смотрим, что он сможет сделать, как он себя покажет. В рейдах однозначно нет. Для бездоната это интересный герой, для доната он не актуален. Так, ну мне самое интересное посмотреть, как она будет шатать месс, если она, конечно, до них дойдет. Скорее всего, придется переделывать. Убирать панчбокса, да. И ставить сюда ангела. Вариантов просто нет. Либо утекание рунами. Ну, в принципе, лучше утекание поставить, конечно же. Даже пятерки нам хватит. Так, поехали. Так, самое интересное будет здесь, вот в центре. Герой старенький, использовать можно на гильдийских боссах в основном, где нужно замедление. Очень неплохо она с этим справляется, актуально там до сих пор. Так, что ее опять сливают? Не успевает отхилиться, что ли? Вот вам пример того, что герой очень старенький. Устаревший. Так, хорошо. Возвращаем все обратно. Да, бывают герои, которые не могут там пройти мессу, ладно, это не может дальше, чем гарнизон войти, это печально. Так, отлично, смотрим, что у нас по мессе сейчас будет проходить. Ну, как видите, летит во все стороны, только не туда. Ну, 700 тысяч. Честно скажу, это маловато. С 9-м пактом и грубой силой. Да еще и сборка на урон. Очень мало. Ну, смотрим, что у нас будет дальше. То есть, как видите, этот герой даже на подземках, вроде казалось бы простых, где многие герои тащат, просто не актуален. А вот гильдийский босс, в принципе, арена как вариант для замедления некоторых героев.
ну. То есть, в принципе, она их может ушатать. Так, вот мясо подбежало. Смотрите, как мясо шатануло. Так, отлично, что будет сейчас? Ну, два мяса ее, наверное, сольют. Или нет? Кто кого? Не вариант, в общем, ребят. 20-й прорыв ни о чем на этом герое. Так, окей. С этим мы разобрались. А, поехали, потестируем на арене. Вот здесь вот этот герой неплохо заходит. У меня как раз тут слабенькие противники. Вот тут потрошуем. Герой автопрокер, поэтому особо переживать нам не стоит за него. Так. Супер, смотрите, сейчас камни. Просто стычки. Это имба здесь, ребят. Ну, тут тоже неплохо, я вам скажу. Давай, 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 тащи. Ничего себе. А урон, посмотрите, урон очень приличный. Ого, нифига себе. Хорош, 1,5 миллиона. Немногие герои столько выносят. Так, поехали дальше. Вот сейчас нифига себе. Удивило. Я вам скажу, даже очень удивило. Нифига себе. Дас видос Анубис. То чувство, когда Анубиса уже даже гарпия шатает. Это просто жесть. Хорош, хорош. Действительно неплохо. 400, сколько ж крит? 500? Маловато. Обычный удар 500-ка вылетает. Вот нормально, 1,2 миллиона. Ну вот это уже поярче, я вам скажу. Давайте поищем что-то более интересное. Вот против Рэя, я думаю, варианта нет. Хотя... Ого! А, тут они без эволюции. Я думаю, ого. Она и замедляет, она же понижает их параметры. В принципе, неплохо. Так, что тут у нас? Бум, сразу же. Плюнь, нифига себе. Офигеть. Давай, 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 тащи. Смотрите, Фрей сейчас будет ей фигню наносить. 11-20 тысяч. Ну, кто кого? Жестко. Затащила, красавица. Давайте еще разок. Да, мне понравилось. Это он еще раз. Я что-то не понял. Мы же его вроде только что ушатали. Он что, быстрее нас убил? Или это не он был? Да, вроде он. Что-то я не понял. Давайте попробуем еще разок. Вот такой вот вариант. Напрямую. Напрямую, кстати, могут. Интересно.
Действительно хорошо. Правда, герои противника первой эволюции, но все равно тащит, хоть здесь она тащит. Ой, отличный у него урон, конечно, мне нравится у него урон на арене. Она всегда дамажила очень как-то много. Так, хорошо. Ну, в принципе, все. Идем на экспедицию. Хоть здесь посмотрим тоже. Хоть где-то она тащить должна. Но это не точно. Ну так вроде героев шатает. Вторая эволюция героя, ну, вроде их убивает. Но все-таки пак 9, как-никак. Конечно, против нормальной Фреи второй эволюции она не выживет, там против многих героев она не выживет, потому что это немножко не того плана героя. Но в пачке, в принципе, как вариант, она может неплохо тащить. Если будет отхил от ворожая, например, и кто-то будет танчить, я думаю, от нее толк будет. Блин, да она нормально шатает. Вот, кстати, Фрея второй эволюции сейчас заодно и посмотрим. Хотя, блин, она здание будет бить, а не Фрею. Было бы неплохо, чтобы она чисто Фрею дамажила. Ну, смотрите, 50%. В принципе, неплохо. Все. На этом все закончилось. Вот так вот. Так, хорошо. Давайте сейчас посмотрим, может, лабиринт открыт. Посмотрим, или на лабиринте она будет тащить, или не будет тащить. Не, утром откроется в 6 часов, к сожалению. А, так. Давайте, знаете, где еще? Давайте на... пустынных попробуем. Если, конечно, она нам выпадет. Вот она у меня здесь стоит. Поехали, посмотрим. Тут чувство, когда у тебя там какие-то... О, отлично. Так, я надеюсь, он не выпустит своих. Так, смотрим. Рановато ее выпустил. Да. К сожалению, все. Ну. Что я могу вам сказать? Не качайте гарпию, ребят, не тратьте зря ресурсы. Даже на максимальной прокачке она не тащит. Да без доната любой герой, в принципе, хорош, она тоже будет хороша, но смысла от дальнейшей такого героя, ну, я не знаю. Единственное, если бы там какие-то добавляли им или обновляли, их было бы интересно. А так получается, старые герои потеряли практически все свою актуальность, кроме там единиц. Вот так вот, не думаю, что есть смысл дальше вам показывать героя, вы и так, в принципе, знаете, как он тащит, я лучше вам засниму обзорчик еще на кого-то. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики и смотрите видосики с Сарделей, там, как всегда, трэш-контент. Все, всем удачи, всем пока.